Украина, Харьков. Всем привет. Сегодня привезли адресную гуманитарку фон Дия. Минута небайдужих. Волонтеры прямо на адрес. Привезли. Привезли вот такое печенье. Вес 200 грамм. Бурячки украинские. Плотненькие, твердые. Как раз борщ собирался варить. Штуку такую. Крем какой-то, походу. Крем. Угу. Крем, пишите, что это за крем для рук, для ног, для лица. Моющая, это понятно. Посуду мыть, жар какой-то. Это, походу, эконт. При. Так, антисептик. Это, я так понял, антисептик или шампунь. Пишите, кто что знает, что это такое 100 миллиграмм. Это спагетти, я так пойму по внешнему виду. Гермес, 400 грамм спагетти. Вот такие хорошие. Да, варить вот 8-10 минут в кастрюльке. Да, тоже до 2026.04.04. То есть еще 4 года можно их съесть. Так, пюре картофельное. По всему где-то килограмм, полкило. Пюре картофельное еще написано. 2 столовых ложки на стакан воды. Это, походу, попутали и привезли для ребенка сильно маленького. Уже ребенок постарше. Лет 7. Что это вообще интересное? Опять же, 6 плюс лет. А, месяцев написано. 6 месяцев, короче, ему от 6 месяцев можно давать бибибло. Томат, судя по всему. Вот на картинке нарисовано. Перец красный. Помидор. Конвали, как это называется. Крупа, пишите в комментариях. Мне же самому интересно, что знакомое. Это миленькое. Рис, то я узнал. А, вот. Получается, надо просто эту штуку, три ложки вот этой штуки добавить вот в молоко детское питание 210 миллиграмм. Тут пишут без горочки. 6 месяцев. Все. И типа овощной супик ребенку. 220 грамм. Срок годности. 21.12.2022. Еще месяц годный, короче. Или это еще месяц, или дата изготовления. Это вот такая гуманитарочка пришла мне.